прокуратура Саратовской области обжаловала решение Ленинского районного суда о отказе в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в отношении Пригорова Андрея Викторовича. В настоящее время судья областного суда оставил без изменения решение Ленинского суда, отказав прокурору удовлетворение его требований. Таким образом, Пригоров Андрей Викторович остается на свободе, в отношении у него судом не применена мера пресечения. Суд Ленинского района высказался о том, что меру пресечения применять нельзя ввиду недостаточности возникшего подозрения в отношении Пригорова. После того, как Ленинский районный суд освободил Пригорова из-под стражи, следователи избрали в отношении него меру пресечения подписку о невыезде, однако данное решение в настоящее время защиты Андрея Викторовича также обжаловать. Мы считаем, что в связи с тем, что нет достаточных оснований подозревать его в совершении какого-либо преступления, нет оснований применения какой-либо меры пресечения. С данным решением Саратовского областного суда защиты и мой доверитель удовлетворены, здесь на это решение мы обжаловать не будем.